Но а у нас в гостях необычные люди. Те, кто действительно решили поддержать не просто словами, а творчеством. Это школа рэпа, которую еще никто не слышал. Что они сделали, это эксклюзив. И сейчас мы в этом убедимся. Поехали, ребят. Ребята. Фу, качаем. Среди бескрайней тайги, окруженный горами, стоит Красноярск, освещенный огнями. Встречаем друзей, в гости ждем мы весь мир. Гостеприимная наша Сибирь. Много великих спортсменов, родом из наших краев. Сильные духом и телом, характером сибиряков. Настало твое время, время свершений и побед. Покорять вершины и забыть про слово «нет». Горит ярко огонь универсиады, освещая твой путь к новым наградам. Давай, иди вперед в своей мечте. Завидовать потом будут все те, те, кто не приложил усилий, тот не станет гордостью России. Ты сможешь! Только сделай первый шаг. Ты сможешь! Если все не просто так. Ты сможешь! Все победы впереди. Ты сможешь! Достигай своей мечты. Ты сможешь! Только сделай первый шаг. Ты сможешь! Если все не просто так. Ты сможешь! Удачи на пути. Ты сможешь! Новых целей привести. Помни первый шаг, самый важный он в итоге. Не тот, когда зашел на пик, не стал оставить след в истории, а то, что первый, который судьбоносный. Мечта твоего детства, пока не стал ты взрослым. Много преград было на пути, и поражения не смогли тебя остановить. За все твои старания вот она награда. Красноярский зимняя универсиада. Только не мешкай, от всей страны поддержка. Ведь проигрыш ни у кого не вызовет насмешку. Если птенец не переборет страх, сможет полететь, как шипи висят, не выйдя на сцену, не будет там петь. Только сильный духом рвется к победе. Порой доли секунд решает все на свете. С каждой попыткой ты ближе к рекорду. Рвись в свои цели, не отклоняй сторону. Давай, иди вперед в своей мечте. Завидовать потом будут все те, те, кто не приложил усилий, тот не станет гордостью России. Ты сможешь! Только сделай первый шаг. Ты сможешь! Если все не просто так. Ты сможешь! Все победы впереди. Ты сможешь! Достигай своей мечты. Ты сможешь! Только сделай первый шаг. Ты сможешь! Если все не просто так. Ты сможешь! Тебе удачи. Сможешь! 23 февраля всех мужчин! А мы, да, просто... Вкатываешься. Мы входим, входим, как будто бы мы тоже всегда здесь были, просто немного сбоку. Йоу-йоу-йоу-йоу, ребята! Это было очень круто. Это действительно очень потрясающая, качающая песня. И хочется для начала, чтобы ты представил этих великолепных людей. С удовольствием, ребята, когда буду говорить о вас, вы там делаете какое-то движение, чтобы мы понимали, что это вы. Итак, Александр Шкетничаев. Преподаватель школы рэпа. Касьян Медведев. Просто красиво, да. Мария Онищенко, а наши просто Мари. Дарья Медведева. Это же просто так. И Денис Банчук. Бизипи. Бизипи, да, просто. Как правильно сказать. А, правильно. Ну вот, ребята, удивили, это было очень правда, круто. Очень круто. Спасибо. И хочется спросить. Сразу вопрос. Сразу клип вопрос, будет? Клип? Да. Да, конечно, сейчас у нас в планах снять такой небольшой промо-ролик для этого трека. Уже записали его на студии и готовимся выступать на площадках нашей универсиады, чтобы свое творчество показать не только спортсменам, которые выступают от нашей страны, а также всем гостям со всего мира, кто к нам приедет. Ой, это правда очень круто, очень здорово так нас покажет. А хочу спросить еще, это спонтанно возникла идея написать такой трек, или вы прям готовились методично, как Даша все принесла минус, сказала: «Саш, надо что-то мотивационное написать». Ага. Я включил его, послушал, такой думаю... Мне кажется, это зайдет на универсиаду. Надо поддержать наших спортсменов. Да, сначала написали второй куплет, долго мучились, думали, потом написали первый. Ну и все, как у людей, задом наперед, создали трек и такие: да, он будет крутым. А Дарья музыку пишет?
Нет, она нашла его. А, она просто нашла его, ищет. Как бы. Да. Не пишет, а ищет. Нет, это то, что уметь надо найти. Как вы нашли вдохновение вот это? Вот просто решились бахнуть как-то. Да, долго ли сидели? Ну, занятия, наверное, за 4 мы написали этот трек. Да, а вдохновение, сидим коллективно, какая-то мысль рождается, мы ее вот так вот со всех сторон обсматриваем, чтобы красивее она звучала, чтобы лучше воспринималась. И когда коллективно работаем, что-то переспрашиваем, идея рождается, но чем отличается рэпер от простого человека? Когда, это так, интересно. Когда идет на улице снег, так, обычный человек скажет, идет снег, так, а рэпер скажет, белые мухи кружась устилают мне путь. Я ты слышала, Аня, это не жуть? Это не жуть. Я в восхищении, вау, прям сейчас вам скажу. И еще потом и спою. Пою. Все, мы записали второй трек, будем выступать. Мы готовы. Вторая группа, которая будет с вами. Да, скажите, ну может быть вас, не знаю, спорт еще дополнительно вдохновлял? Будете ли вы смотреть какие-то соревнования? Да, много друзей участвуют на самой универсиаде. Кто-то в роли тренера, кто-то сами участники. Ну, вообще, вся вот эта обстановка в городе, которая приукрасила наш город, и вот этот ажиотаж, что каждый день везде универсиада, универсиада, универсиада. Мы не могли пройти стороной, обойти все это. Нет. Думали уже по поводу каких-то движений, которые, знаете, сейчас, так называемое вирусное видео попадает в интернет. Ну, да, а да. Какая-то песня, трек и какое-то определенное движение, которое будет ассоциироваться именно с универсиадой. Вот с помощью вас сейчас мы об этом задумаемся. Обязательно. Потому что какое-то движение, какое-то там... Красная! Как это сложно, буквами как-то... Просто так... Дальше, какое творчество, что впереди ждет? Впереди только больше. У нас ребята занимаются, создают, открывают душу всему городу, всему миру. Благодаря вам и всей стране. Поэтому... Идти только вперед, развиваться и показывать то, что у нас внутри. Вы большие спасибо. Молодцы, ребят. Это вы круто. Продемонстрировали. Йо-йо-йо, прямо в этой студии. Я представлю с удовольствием. Александр Шкетничаев, преподаватель школы рэпа. Касьян Медведев, Мария Онищенко, она же Мари. Дарья Медведева, просто та. И Денис Банчук, BZP, да? Правильно? Да. Все правильно. Ребята, вы крутые. Вам успехов и ждем в трека. Везде, во всех автомобилях, да, по улицам будем... города. И мы говорим, мы будем универсиада! Петь его. Ну, а мы не переключаемся, потому что дальше у нас хорошее подведение итогов. Оставайтесь с нами.